Перк безумия сразу же привлек внимание игроков в сезоне избранный. Я его еще себе не выбил на тот момент, когда уже стали появляться фразочки вроде «Новый лучший перк» и «Возвращение паука-отшельника». Стало интересно, и я решил пофармить оружие с этим перком, чтобы разобраться, как он работает и действительно ли он так хорош. Перк безумия может выпасть вам на новом сезонном оружии. Пистолете-пулемете «Превосходное исполнение», луке «Императорская игла», пистолете «Кровавая медь», снайперской винтовке «Далекое будущее», линейной винтовке «Иголка с ниткой» и на ракетнице «Дуэльный кодекс». В видео я буду все показывать на примере пистолета-пулемета и, по правде говоря, это лучший выбор для демонстрации и использования этого перка. Ну и может быть на пистолете еще будет неплохо, я не тестил. Итак, что делает перк? Если бой продолжается длительное время, это оружие наносит больше урона, а также увеличивается его удобство и скорость перезарядки. Эффект длится до тех пор, пока вы не выйдете из боя. Давайте поговорим о том, как активируется этот перк. Все, что вам нужно – сражаться, как и сказано в описании. Вам не обязательно убивать соперника или убивать и перезаряжаться, как для киллерского магазина. Вам просто нужно начать перестрелку и оставаться в живых в течение примерно 10 секунд, продолжая постреливать по врагам. После этого перк включается. Вы получаете все прилагающиеся бафы к урону, перезарядке и удобству, а эффект от перка будет длиться до тех пор, пока вы не умрете или не умрут все соперники и бой будет окончен. Например, при зачистке каких-то территорий вроде затерянных секторов или комнат в налетах, вы можете просто минуты напролет поддерживать эффект перка в рабочем состоянии. Самое невероятное, что даже если вы уберете оружие с этим перком в кобуру и продолжите бой с другим оружием, эффект от безумия сохранится. Как видно на видео, я переключаюсь на фьюженку или пулемет, потом вновь достаю пистолет-пулемет, а перк продолжает работать. Сбросится он, повторю, либо после смерти, либо если вы перестанете наносить урон по врагам. Вы можете использовать его для урона по сильным противникам, ведь для его работы не нужно именно убивать, нужно просто попадать и наносить урон. Так что с бафом на этот самый урон какого-нибудь мини-босса вы будете стирать очень комфортно. В первую очередь, конечно, такая механика этого перка предназначена для PvE, но в PvP перк работает точно так же. Тут уж зависит от того, насколько часто вы играете в горнило с пистолетом-пулеметом, просто с пистолетом или луком. Советовать перк безумия как PvP адаптированный я бы не стал, по крайней мере на данный момент. К тому же в этом сезоне вагон нового другого крутого оружия, которое можно брать в горнило, и мы поговорим о нем далее. А пока вернемся к PvE. Баф к урону от перка безумия в PvE составит 20%, что довольно-таки неплохо для перка, который даже не требует совершать убийство или перезаряжаться после каждого противника. А в PvP чуть меньше, в среднем по подсчетам баф составит от 16 до 17%. Баф к удобству и скорости перезарядки, надо сказать, будет не столь значительным, так что я бы советовал в пару к этому перку стараться ролить что-то вроде изгоя или излишки. У меня частенько возникали проблемы с патронами на него из-за того, что мой ролл с перком жизнеобеспечения, который урезает емкость резервов, его советовать вот не могу. Как бы то ни было, я определенно советую всем, кто по большей части играет в PvE, стараться выбить превосходное исполнение с перком безумия. Он действительно делает крутые вещи, и думаю, да, можно при большом желании сравнить его с пауком-отшельником в его лучшие времена, с той лишь разницей, что в этот раз нужный ПП в кинетический слот.
Вообще, должен признаться, сезон «Избранный» принес нам, может, не так много новых активностей и контента, но точно уж смог заинтересовать массой нового крутого оружия, которое мне не терпится выфармить и показать вам, конечно же. И кстати, сегодня приходите на стрим на моем Twitch-канале. Совместная трансляция с Артуром Blacksilver Уфа. Вы же давно просили вместе поиграть. Ссылка на Twitch будет в описании, так что не забудьте подписаться. Буду ждать. До связи!